Без изменений. Белинов, Табидзе, Пуцко, Аликин, Сухов, Алиев, Карп, Фомин, Сысуев, Слай и Козлов играет наконечника. Итак, первая атака Уфы. Козлов с мячом. Будет стрелять. Ой, как здорово! 1-0. На первой же минуте Сильвестр Игбун открывает счет. Сильвестр Игбун. Вот видите, какой вот Слай там, видите, как прикалывается. Барони ловит свой момент, ловит свой момент на контратаках. Вот Сухов. Какой хороший заброс на Козлова. Надо решать. Сысуев. Карп. И сразу же запускает Алиева. Наверное, будет прострел в штрафную. Да, прострел в штрафную. Рикошет. Эх, пропустил. Быть надо было задеть. Но я задеть мяч самому. Но я так думаю, что кто-то из партнеров сказал ему: Дима, пусти. Карп врывает штрафную, сбрасывает назад на Слая. Слай, Сысуеву, удар поворотом. А на точность бил Бидзе. А, простите, Фомин. Алиев запускает Сысуеву вперед, будет прострел. Да, прострел. Алиев, надо решать. Елки, как мы сейчас. Это здорово, сейчас в подкате, я имею в виду Карп. И один в один Слай. Будет разбираться. Да, пробрасывает. Это Слай. Это его фирменный, ну, прием, но... И, наверное, все они и выйдут на поле. Тоже просматривают. Ну, я думаю, что вот Аскарп не нашел своего партнера. Буквально сантиметр. Тем не менее, Фомин перехватывает мяч. Алиев. Алиев смотрит, кому дать. Какой-то на Сысую прострел. И Карп пробивает. Пусть и стрека. Румын. Тем не менее, атака продолжается. Ну вот, удар на себя принимает Табидзе. Карп. Встречать надо, встречать. Попал еще пока ни одной атаки, похоже на голевые. Вот Кротов. На Бизика надо забивать. Надо... Не попал. Не совсем новый нападающий. Не было его в первом тайме. Вышел Румын. Ищет, кому дать. Встречает здесь Пуцко с Емельяновым. Пробрасывает мимо Пуцко. Получается пас и едва не получил. Навес в ближнюю штангу, но на ближе. Но Абидзе. Тиль. Сразу три человека его встречают. Тем не менее, мяч остается у Тиля. Кротов. Стреляй, Слава.